На стадионе «Триумф» яблоку негде упасть. Сотни школьников со всего района пришли сюда с одной целью – получить заветный значок ГТО. Пробежать 60 метров за 8 секунд, прыгнуть с места на 2 метра вперед – и это лишь несколько испытаний на золотой результат. Нормы невысокие, если смотреть с уровня как бы мастерства по видам спорта, то все реально выполнимо. Достаточно более-менее как бы заниматься физкультурой в школе, и уже можно выполнить нормативы, хотя бы даже на серебро, на бронзу. В течение 3 дней школьники Алмазного края бегали, прыгали с места, отжимались, подтягивались и бегали на лыжах. Значок ГТО для ребят не просто украшение. Для абитуриентов вузов, к примеру, это шанс на дополнительные баллы. На данный момент в фестивале принимают у нас 9 и 11 классы. Ну а в дальнейшем будут уже все остальные начинать. Так как это выпускные классы, им уже нужно будет как бы к концу мая получить разрядные нормативы, значки. Сдача нормативов – дело добровольное. Отказ школьника от участия в программе не влияет на оценки по физкультуре. Но, как говорят организаторы, таких немного. Молодежи, готовой к труду и обороне в Мирнинском районе, все-таки больше.